Коммунальщики в стихию отработали хорошо, а вот проблемы с вывозом мусора возникли из-за самих жильцов, точнее парковки машин, которые не дали возможности подъехать во дворы. Об этом рассказывали на аппаратном совещании в горсовете. Снегопады и метель миновали, теперь коммунальщики проводят работу над ошибками. Жалобы некоторых автомобилистов на плохую уборку улиц понимают, но не соглашаются. Говорят, 79 единиц техники начали чистку с началом снегопадов. Дороги посыпали, а потому после снегопада не убирали снег со смесью. Все по технологии. Технология уборки дороги предполагает прежде всего ее обработку антигололедными материалами в виде отсева соляной смеси для недопущения образования на дороге корки льда. Если убирать остатки осадков вместе с реагентами, реактивами, которые находятся на дороге, то в случае продолжения осадков на дороге образуется корка льда, которая не позволит в дальнейшем как обеспечить нормальное техническое ее состояние, эксплуатацию, так и потом ликвидировать этот лед, который будет на дороге. Также были нарекания жильцов на несвоевременный вывоз мусора. По словам городского головы, такие прецеденты известны. Коммунальщики отмечают, не могли вывести из-за узких внутриквартальных дорог, которые стали еще проблемнее из-за снега. К тому же жильцы на узких проездах еще и автомобили парковали. Когда вы паркуете свои автомобили вдоль обочин дорог, вы затрудняете работу уборочной техники. И потом это все больно бьет в первую очередь и по вам. Мы не можем из-за этого обеспечить подъезд мусоровозов и своевременную уборку мусора. По этим и другим причинам, вот в дни обильного снегопада мы не вывозили более чем в 300 точках мусор с наших дворов. Тем не менее, городская власть поблагодарила крупные предприятия и представителей малого и среднего бизнеса за помощь в уборке и своевременную самостоятельную реакцию на стихию.